Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице открывается крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали. Самая масштабная выставка Сальвадора Дали откроется в Манеже 28 января. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» является продолжением выставок известных художников 20 века. Данные выставки организовали культурно-исторический фонд «Связь времен» и Санкт-Петербургский музей Фаберже и сотрудничестве с Департаментом культуры города Москвы. В новой экспозиции свыше 180 работ, созданных мастером в разные годы. Жители и гости столицы могут проследить творчество путь одного из самых неординарных художников прошлого столетия. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!